Значит, однажды, 40-50 лет назад, здесь случилось чудо, невиданное на всей планете. Оно как пришло, так постепенно начало от нас уходить. Вместе с людьми, которых уже с нами нет. Вот. Это был феномен невиданный. Мы, местные, привыкли к нему. В наших садах. Вот сейчас у меня в машине стоит ведро с персиками, но я сюда не донес. Вот. Настоящими персиками. Значит, у нас плодоносят шелковицы, черные абрикосы. Абрикосы размером до 150 грамм. 6 штук килограмм. У нас самые сладкие в России груши. Заметьте, я не сказал в Сибири, в России. У нас яблоки размером до 500-600 грамм. Вот. Причем и зимние, и летние. Вот. У нас есть сливы, которых нет больше ни на всей территории России. Мы брали не только российские, но и зарубежные. И вот этот список, я не собираюсь хвастаться. Я представляю вам вот этот список. У меня память уже плохая. Значит, нет на свете бородича. Кто его знает? Уже я боюсь, что уже мало знает. Владимир Степанович. Сошникова, вот этот Сошникова, вот это все. Здесь его душа. Понимаете, здесь его душа. Здесь все было не так. Может, не так ухожено. Но это был невиданный участок на всей Сибири. Вот. Левицкий. Абрикос Левицкого. Тысячи деревьев плодоносят. Черемушки, Майнос и Анагорск. Они пошли уже, моего последователя, они пошли уже по всей России. И уже в Казахстане, и уже на Украине и Белоруссии. Вот. Борис Боднар. Садовод, который я причислил к гениям. Садовод. Гениям настоящим. Вот. Институтами. Значит, наукой в целом. Рыкалин. Бельтяевский. Жестовский. Вот здесь же в Майне суперсадоводы. Вот. Филиппов, Тоторов, Чернобаев, Байкова. Это люди создали садоводческий феномен. И если вы сейчас, к сожалению, уже немножко поздновато, если бы месяц назад проехали бы по дорогам, вы видели бы везде ведра с роскошными абрикосами. Больше в Сибири этого нет нигде. Во всей России больше этого нет нигде. Вот я хотел отдать должность этим людям. Вот. Давайте всем поаплодируем. Ну, а я вручу подарок хозяину, и все. Я остаюсь с вами. А? Олег Лавренов. Давайте сюда скорее опять. Бегом, сегодня он бегает, бедный, наверное, упарился уже. Давай вот эту. Сейчас нам надо для канала снять.